пам-пам. Че, Гена, как там у тебя в Питере дела были? Все хорошо, кто-то пишет. Кому-то нужен еще. Блять. Опять придёргивает. При том, что температура ниже 15 не опускалась. Как тут эти, ребят? Жутко просто. Потому что смысла чистить машину нет. У нас каждый день что-то пытаешься, трешь ее, трешь, а в итоге садишься опять в такую. Я тоже, когда вот так волосы зачесываю, мне тоже там как бы не натуралом клич. Ну и что у меня от этого? Что-то меняется, что ли? Ну, а вдруг ты не натурал? У мамки своей спроси. Ей все понравилось. Шлак. Эх, бля, недолго песенка играла. Мой бумажник опять пуст. Но мы сейчас позвоним девушке и заберем у ней наши билеты. Что, советуешь туда переезжать? Нет, блядь, лучше здесь оставаться, блядь. Ну это само собой. Тут вон, меня, блядь, шаурму вот эту хавай. Кормят, одевают. Ням-ням. А в Питере надо все самому делать. Ты сама сейчас в Мелюзе? Я на машине, в принципе, могу подъехать. Тебе удобно будет выйти их отдать? Ага. Так, ну, пошла жара. Музыка классная. О, тоже классная. Утекла любовь из кармана. Она у меня, блядь, на будильнике стояла в эфире. Я говорили, забудь ее, забудь. Поедем в один банк, Сбербанк, снимем там наличку, ну, у меня потому что сейчас это кэш на карте, снимем наличку, потом поедем в Уралсибанк, там заплатим за учебу, потому что, ну, там самый вроде минимальный процент. Вкусные руки. Так только пидоры делают, если что, из этого ряда в центр. Таких вообще не люблю. Просто он выглядит, он тёлкам нравится, поэтому ты так и бомбишь. Да, блять, я за ним не слежу, за его творчеством вообще не слежу. Ну, я просто видел пару раз его по телевизору. Может, он натурал, может, он ебун получше тебя, а ты его так обзываешь. Там, да я пришел, там ему сказал, там он начал это делать. Потом он отказался, я его наебашил. Вот, желаю, ребят, всем вам вот такой вот набитый карман. Я, конечно же, сейчас не хвастаюсь. Все эти деньги я пульну. И пульну, ну, как бы, не на какие-то там свои какие-то левые дела, а на учебу. То есть, блядь, надо вкладывать в высшее образование, чтобы потом этим высшим образованием себе зарабатывать дальше на жизнь. Вчера, короче, с аэропорта с казахами. Такие ребята, конечно, конкретные прям. Вообще, вот по разговору слушаешь их. Что там, решалы? На улице очень ветрено. Более чем уверен, меня сейчас тут ни хера не слышно. А
показывает тут у нас температура минус 4. У меня, как всегда, нету бензина. Ну да ладно, это у меня датчик просто пиздит. Да, прям в бэху. Че он раскатался, блин? Все, ребят, мы на месте. Вот это Мелюзовский филиал Московского государственного университета. Пройдем в спортзал, заберем там билеты. Вот пидоры! Очень длинная парковка вот тут перед банком. Ну тут не совсем банк там. В общем, перед торговым этажом. Сука, все места заняты. Ничего, опять машину за километр ставит. Горит. Потом набоярим одной девушке, заберем у ней билеты на пику патимейкера, который состоится 23 февраля в городе Кумертау. Я, честно говоря, удивился, как так, он в нашу дыру приезжает. Вот. Но благо у нас хорошие организаторы, то есть сумели уговорить, там, предоставить им солидный райдер, как-то можно сказать, и что они даже, поехали в такие маленькие города. Стоило дать круг по городу, как освободилось уже два места. И то его уже занимают. Сучка, сучка, хей. Хей, бэби, брейки, ты косичка, мини-юбка, кепка. Этот трек не для тверка, да и похрен, дискотека. Дискотека, 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 дискотека. Это дискотека века. Хей, диджей.